Кандидатов на выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края выдвинула партия «Единая Россия». В состав вошли 24 человека по одномандатным округам и 44 по общекраевому списку. Кандидатов выбрали путем тайного голосования на конференции партии. Подробности расскажет Анастасия Привецкая. Прошу голосовать, кто за, против, воздержался. В зале на конференции «Единой России» 300 активистов. Это представители регионального и местных отделений партии. Именно на них лежит ответственность выбрать достойных кандидатов на выборы депутатов Законодательной думы края. В ближайшие 5 лет новый 8-й созыв будет принимать самые важные законы для региона. Для достижения благополучия жителей Хабаровского края внутри системы региональной власти не должно быть никаких расхождений. Только взаимная поддержка. Цели и задачи должны быть синхронизированы. К активистам на конференции обратился в РИУ губернатора Дмитрий Демешин. По его словам, ближайшие выборы определят всю систему управления регионом. В этом году выборы будут масштабными. Избирателям предстоит голосовать за губернатора, депутатов Законодательной думы края, главу Комсомольска, депутатов городских дум Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. В этом году в Хабаровском крае будет сформирована практически вся вертикаль власти на следующие 5 лет. Понятно, какой она будет решать люди, но какой будет выбор людей, зависит не просто от вас, зависит от ваших поступков, от ваших дел. По итогам тайного голосования партия сформировала список кандидатов в депутаты регионального парламента. В первой тройке секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Николай Шевцов, а также руководитель хабаровского филиала Фонда защитники Отечества Алена Чеплыгина. В качестве кандидата в депутаты свою деятельность я не оставляю. Фонд защитники Отечества – это все-таки основное направление. Помощь участникам специальной военной операции, помощь семьям бойцов, помощь семьям погибших героев. Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края пройдут в единый день голосования с 6 по 8 сентября. В эти же дни избиратели выберут и губернатора региона. Анастасия Привецкая, Константин Пестрев, телеканал «Губерния».